Приветствую всех, кто зашел на мой канал, все, кто меня смотрит, с вами Турбо Ёжик. Эй, здорово! И сегодня у нас хоррор! Да-да-да! Под названием Five Nights at Freddy's. Да-да, 5 ночей Фредди, короче. Такое вот название. Четвертая часть, в общем, да. Подписчик говорит, Ёж, давай недавно вышло, давай пили быстро эту игрушку. Чумовую. Ну, в первую часть я играл, в принципе, прошел где-то на канале, там даже есть прохождение, давным-давно это было. Как я понял, там в пиццерии сидели мы, наблюдали через камеры, и там к нам зайчики всякие бегали, уточки. И все в таком роде. Лисичка, помню, еще была, и медведь, да, там бегал все. Так, давайте посмотрим на эту. В принципе, я ее запустил, проверил, вроде нормально пашет. Понеслась. Новая игра, нажмем с вами. И начинаем. 5D. Вот он вышел, наш пиксельный медведь. Как он? Голд Фредди, да? Золотой Фредди. Что ты натворил на этот раз? Я в твоей комнате, все дела, трым-пырым. Окей, вон он лежит. Типа я все слышу, я все вижу на кровати. А это наши игрушки. Вот они. Вот лисичка здесь есть, уточка добрая очень. Вообще просто добряк. Невозможный. Мишка у нас еще есть. This is my friend. Да-да-да. Еще какие френдсы. И зайчик-попрыгайчик. Вот это мой самый кумир, наверное, этот заяц. Ну чё, пиксель, побежали? А хрен тебе, закрыто здесь. А хрен. Закрыто. Нет. Ну, пацан расстроился, лег на пол и плачет, рыдает просто-напросто. Ну чё, приступим к первой ночке. Эх. Собрались. Вон наш медведь лежит. Типа не при делах весь такой. Ух. В общем, нажимайте сюда, чтобы подбежать к двери. Вот так вот можно подбегать. И, кстати, можно... внимание. А чтобы закрыть дверь, нажмите левый shift. Окей, работает все. Включить flashlight, фонарик. Можно включать вот так вот. Так, это левый control тоже. И... закроем эту менюшку, она нам ни к чему на X. Все, в принципе, вот таким вот образом нам нужно играть. Здесь вот даже... назад. О, вот наша кровать. Вот она, жалко, что не в цветочках, правильно? И вот Мишка лежит. Так, здесь у нас шкаф тоже есть, и с левой стороны тоже дверь есть. В общем, как я понял, походу нам здесь надо двери закрывать. Опа, вот так вот. Когда монстра увидим. Но нужно перед этим фонариком посветить. Так. Не, нет никого. Эй, ты, я знаю, ты прячешься там где-то, чувак. Давайте подбежим к шкафу. Блин, как стрёмно, когда он подбегает. Так, можно так... Кто там? Эй. Тихо, тихо, там кого-то дверь захлопнулась. Опа. Кстати, заметили, что у нас нету теперь ни заряда батареек, ни камер наблюдения? Вот так вот, да. Так, ну чё, где наши монстры? Я хочу с ними поздороваться и вам показать. Выходите, монстры, я вам приготовил сюрприз. Чё-то из этого шкафа, походу, монстр какой-то здоровый выбежит. Заяц. Это что за... Нихера там робот какой! Видели? Роботикс. Вон он с правой стороны стоит. Ну и глазище. Так, два. 2 часа уже. Надеюсь, эти не оживут монстры. Эти игрушки. Игрушечные монстры, прикиньте, еще были. Назад. Давай. Ю. Такс. Тихо. Я знаю, ты под кроватью, сволочь. Выходи, паскуда. Почему нельзя двери закрыть на ключ? И все. Ну хрена с два. Просто так этого не сделать. Очень странно. Хотел я вам показать этих монстриков. Что-то никого нету. Но еще не вечер, кстати. Еще не вечер, сейчас пойдут, сволочи. Хотя в первой ночи обычно редко бегут.
Нет никого. У, 3 часа уже. Самый. Показали шаги. Самый разгар ночи. Ну-ка посмотрим. Нет никого. А, так, 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 тихо, 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 тихо. Кто это был? Что за хрен там? Какого хера? Да ладно, пошутил я. Нет там никого. Твою! Народ, это мы с вами познакомились с зайчиком-попрыгайчиком. Вот так вот. Говорил я, никого нет, он прибежал, сволочь. Хотя, кстати, не прокатил, я дверь-то закрыл, когда он... Не пытался закрыть, когда он подошел к двери, но нихера она не закрылась. Как же тогда мне закрывать-то? Так вот, там никого нету. Пусто. Он с этой стороны, сволочь, выпрыгнул. Пошли, пошли, уходим отсюда. Чувак. Чё это так? Тупишь-то? Не хочет уходить. Не, думаю, из этого шкафа пока не полезет никто. Но первая ночь должна быть легкая. Вы чё, блин, мне здесь? Что-то я опасаюсь, я, конечно. Вот твою мать, опять этот сволочь там лазит. Может, это дух Фредди? А? Кто знает? Кто знает? Чё он к нему всё лазит? Чё ему надо-то? Твою мать, чё так очко... Скримерная, блин, игрушка, а? Все, я никого не пускаю, я сижу здесь. Закрытой дверью. Никто ко мне не пройдет. Свечу в одну дверь. Фонариком. Пусто, пусто, пусто. Давайте назад, что ли, посмотрим. Пошел нахрен. Отвали. Отвали. В шкафчик еще заглянем. Еще самый прикол, монстр появляется только после того, как камера поднимается вверх. Заметили, да? Это придает еще большего очкования просто-напросто. Почему нельзя вот так дверь закрыть и всю? Чтобы мне сейчас дробовик показал бы им ночь с Фредди. Почему дробовик не ведут? Раз очкуешь такой, зарядил пару пулек. Вообще бы не очковал. Опа, 4 утра. Так, 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 так. Сколько здесь надо-то? До скольки часов? До 6, что ли, выживать-то? Не помню. Или до 5. Ну мы еще не со всеми гостями познакомились. Тут еще крутой лисенок есть, конечно. По крайней мере, по первой части, если судить. Зубища у него просто херить какие. Так, 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 так. Лазим, лазим, лазим по дверям. 4 АМ. До 5 вроде, да? До 5 или до 6? Кто там? Заколебал этот мелкий уже! Пошел ты нахер! Светим, свечу! Там кто-то был! Это добрая уточка была. Очень добрая уточка с чистыми, длиннющими, острыми зубами. Что-то как-то много монстров, не считайте, для первой ночи. Охренеть просто! А знаете, что я заметил? Если дверями не щелкать, не закрывать их, я вот сейчас вот начал, когда вообще дверь ни разу не закрывал. И прикиньте, ни одного монстра не было. Не знаю, может просто совпадение. Без понятия. Так, накаркал. Окей. Не, ну реально, надо уже пройти уже первую ночь-то. Вы чё, не прикалываетесь, что ли, надо мной? Чё так долго-то? Вот сейчас закрыл. Посмотрим, вылезет кто, нет? Давайте, давайте, монстры, вы посидите, я уж первую ночку пройду, уж так и быть. Вы меня достаточно уже напугали, в принципе, согласен, а вы страшные. Просто-напросто, это жесть, хорошо, еще роботы эти не ходят. 5 АМ. А, нам до 6 нужно, блин, а я думал до 5. Дерьмище. Полное дерьмище. Что-то мне уже перехотелось с ней играть. Вроде, знаете, вроде как-то заскриптовано, да, здесь тут сидишь просто-напросто, в 3 стороны смотришь с фонариком и всё.
Вон он, ну нормально, да? Там заяц был, кстати, заяц там был. Вот я посветил. Все, подержал. Надеюсь, он уйдет. Пойдемте сюда. Так, 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 так. Зайчик, попрыгайчик. Ты давай к херам прекращай, иди отсюда. Ты мне вообще не нравишься. Больше всего мне заяц здесь напрягает. И лиса еще. Да, отлично просто, монстр мелкий. Паскуда. Ты вообще не стрёмный. Вот заяц, это, конечно... Есть, ну! Неужели? Фух, 6-0-0. Отлично. Прошли. Что-то сложновато. Первая ночь была, что-то прям на пукан надавило. Фу, народ, давайте закончим на этом. Кому понравилось пока что первая ночь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот здесь нам, типа, надо в другую, да? Нетушки, нетушки, я пока не пойду. Это вторую ночь мы с вами в следующей части будем. Если, конечно, вам понравится, и пишите, стоит ли проходить ее вообще. Может, не понравится, скажете, что за игра нужна она? Пока что все, как всегда, Турбоёжик с вами. Сегодня открывал кирпичный завод. Пока.